1 июня в Казанском федеральном университете завершились Дни Африки. О том, как прошел гала-концерт, расскажем в следующем сюжете. В этом году Дни Африки в Казанском федеральном университете состояли из серии мероприятий. 23 мая прошел городской турнир по мини-футболу на Кубок Африки. 25 мая – открытая студенческая научная конференция «Россия и Африка в 21 веке. Политическое, экономическое и социокультурное взаимодействие». Гала-концерт стал завершающим в цикле этих мероприятий. Перед концертом иностранные студенты представили предметы быта, одежду и национальную кухню. И сегодня мы проводим в заключении Дней Африки завершение гала-концерт и преддверии его. Проводим интерактивную выставку, на которой представлены 6 стран. На гала-концерте были представлены национальные песни, танцы, стихотворения, состоялось дефиле в традиционной одежде. Участники концерта посмотрели видео поздравления от выпускников Казанского университета из Африки. На мероприятии наградили участников конференции, гала-концерта и победителей соревнований по мини-футболу. Ирина Сидорова, Анна Сальникова, Фарид Захитоглы, Универньюз.